привет, друзья, подписчики мои. Всем привет. Всем привет, ставила свои два слова. Да. Поиграем сегодня здесь, Настя будет играть. Ну давай плати. Будем биться за корову, наверное. Не знаю, нет. Что... Нет? Нет. Ты не хочешь биться за эту прекрасную корову и 100 рублей? Ну, может быть, один раз. Ну что, а за кого ты хочешь? Миньона огромного? Я просто не понимаю, а что ты такого увидела? Это было неожиданно, да, вот для меня? Дай посмотреть, я там на что-то сел попой. Щит! Вы чё? Друзья, Настя, короче, сегодня в ударе. Мы в плюсе. Слушай, у меня аж прям это, а такая еще главная. Ну, может быть, один раз. Ребята, мы зарядили 100 рублей, выиграли корову. Корова, кстати, и 100 рублей, да. Но корова, кстати, ну такая, какая-то грязная. Я, ну, может быть, один раз. Настя сегодня, ой, Настя, мы сегодня с тобой пойдем в этот играть. Сегодня наш день, не говори этого слова. Ой, сегодня наш день. Так это на кота. Какого кота за это выиграла? Смотри, там есть прикольный рыжий дракон. Да, давай вон того, это покемон, это Uncharted, Ranchendent, Ratchet, Jermungand. Ребята, как этого рыжего покемона зовут? Пишите в комментариях. Вот этот поворот, ребята, тут корову мы выиграли сегодня. Ну все, наш день. Просто так, пришли чисто корова, 10 рублей, да? А мне в комментариях пишут, типа, ты, Бейзон, не прав, ты неправильно делаешь, ты играешь за игрушки, которые можно, типа, купить дешевле. Ребят, такой корову за 10 рублей вы где-то вряд ли купите. А мы его выиграли. А, за 20, прошу прощения. Да, не запросим. Ну, мы выиграли на Ичхрил. Обалдеть. Что ты... А ты еще зарядила денег, что ли? Да. Обалдеть. Yeah. Давай вот того мишку на присоске. Этого? Да. А ты снимать не хотела, Алёша. Класс. Ну, корова прям супер. Соточка, ребят, соточка. Да, не, так не себе. Не как же Чермонден, Чардуман, Мардунчан, это... Чаркакан. Короче... Как его там зовут? Очень. Есть! Ну, отлично, неплохо. Уже подтянули его. А может, это не он? А может, и он? Может, похожий. Джерминкен, Карканчан, Джандандан. Как же его зовут-то, а? Ты рано нажала, кисёнок, все деньги закончились. Ты в курсе? Нет. Смотри, она платит карты. А я понял, когда она платит. У меня скоро закончится денежки на карте. Скоро у всех закончится денежки на карте. О, май, там, короче, трейлер сейчас идет с Крисом Пайном и актер из фильма «Поезд на Юму». Называется какой-то жесткий прям фильм. 10 марта в кино. Угу. Я вот не понимаю, а почему отменили Бэтмена? Да, вот такой фильм показывают спокойно. Да, Зай, все забей, не пытайся. Давай другой человек. Ты куда, уйти хотела? Да. Попытки сейчас остаются. Слушай, вот что тут попырку, смотри, убери попырку вот эту, у меня есть план. И там под ней какая-то игрушка лежит. О! Ну, а, хотя... Стрёмный смайл. О, давай Амонкаса, Зай, вот Амонкас лежит-то хорошо. Игра в кальмара. Игра в кальмара, да я путаю. А мне, кстати, кажется, если честно, что игра в кальмара, вот, ну, вот эти персонажи, они были чем-то похожи на Амонкас. Чем там люди, а здесь, ну, Амонкас... Не-не-не, ну, внешне как-то, да, они такие маски, такие, знаешь, как миньоны. Не получилось. Вот эта вот штучка зеленая? Вот, нет, ребята, черненький, сиреноголовый, посмотри, какой красивый. А он, наверное, не дает влево, да? Не, он не дойдет. Ого! Отпускает. Слушай, тут там еще амонкасики лежат, ничего себе. Это вот там. Нет, вон амонкасик, Зай, рыжий. А, игра в кальмара, кстати, еще. Нет, вон рыжий амонкасик. А, и там еще деньги, но мы, наверное, сейчас деньги типа нем. О, ну, почти. Но... Да нет, ну ты же знаешь, чего ты хотела вообще поиграть? Ты же знаешь, что это кинеаловский аппарат, мы тут ничего не выигрываем ни разу. Давай, пусика рыженького, ну давай. Одна еще. Мы должны выиграть маленького амонкасика.
Да. Я не знаю. Ты будешь играть? Дай я попробую. Если там что-то еще осталось. Если там остались деньги. Пусть, может, хорошо, но. Здесь главное за пятачок не зацепиться, свиньи. Блин. Да, вон там сиреноголовый, конечно, клевый. Ну, блин, ну давай, 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 пусик. Вон там еще игра в кальмара, кстати. Не, ну вот сейчас, кстати, можно прям подцепить его. Ладно, у меня есть план, последний план, план Б. Получил? Все? Да, деньги, друзья мои, заходят. Все, короче, да? Все. Засовываем 500 рублей. Конечно. А он принимает? Да, да, да. Но у нас какие-то китайские 500 рублей. Слушай, а туда, по-моему, косарь пихал в него. Итак, играем сегодня в 100% аппарат. Ну что, ты готова? Поехали. А мы не определились, я могу... Что хочешь, да. Но желательно, конечно, этот айскрим сквиш выиграть. Что? Выиграть вот этого Five Nights at Freddy's нам нужно. И вот эту зажигалку. Кто такой айскрим? Ну вот айскрим. Зай, время, давай, играй. Напоминаю, что он... А, он многоразовый. Опа, 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 хорошо, хорошо пошло. А, это какой-то слайм, не слайм. Вот, нет, конечно, если ты можешь выиграть все, что хочешь. Но ты хочешь выиграть то, что я хочу, чтобы ты выиграл. Я понял. Да нет, нет, выиграю правда, что хочешь. Просто он, мне кажется, я для тебя, он прикольный. Да хватит, а мне кажется, не надо ничего делать больше. Опять сейчас. Так, так, так. Есть, есть, есть. Оооо. Давай дальше. Что же ты хочешь выиграть еще? Хочу колонку. Еще. У нас же есть такая колонка. Еще одну колонку? Я не знаю. Я хочу еще одну зажигалку вот эту вот. Она закончилась у меня прошлая. Ну, это ты сам как-нибудь. Ну, тут было проще выиграть за сотку. А я не знаю, что. Я тоже не знаю, что. Давай. А что ты хочешь? То, что ты планируешь. Колонку? Ты серьезно? Звук был. Я не понимаю, зачем тебе эта колонка? У нас же есть такая. А ты планировал подарить? Кому? Не знаю. Бип. Что? Ты еще и будешь играть? Нет, я не знаю, что еще играть. Иди играй за зажигалку. Надо подумать. Вперед! Нет, 100 рублей ушло просто в молоко. Ну ладно, мне нужна эта зажигалка, поэтому давай еще разок. 200 рублей, да. Ну я нет, ну как? Тут главное не перемудрить, зай. Надо было останавливаться на том. Слушай, это летающий шар, который типа от руки вот так вот, от ладошки от твоей. А, да? Да, но он стоит 200 рублей, а у нас деньги заканчиваются, и я не знаю, подожди, 200, да, у нас было? Колонка 100, 300 и 2... 100 рублей у нас еще осталось, по моим расчетам. 100 рублей? 100 рублей. Зай, я не знаю, что хочешь, я бы в эту вот ленту или пучку выиграл, попробовал бы. Ну или, в принципе, есть наушники. Ну просто ее выиграть, вон тут, смотри, белый, синий, красный, она прям уже готова. Так. Не, надо было еще. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты говорил, надо было еще, когда ты уже куда-то ушла. Давай еще раз. Я вообще не вижу ее. Даже ребята, подписчики не видят ее. Прям четко, ровно
ровно. Долечки, пердолечки. А что тут? Ксена, за что он застрял? Я не знаю, я даже не вижу ее. Опустись, ладно, ребят, застряла. У нас будет еще есть? Почему еще есть? А не знаю, ты я считал 100 рублей. Я считал 100 рублей, да. Я не знаю, ребят, сегодня увидят. Это было правее чуть. Ну ладно, хотя вроде нормально. Есть! Отлично, какая-то шляпа нам упала. Ну что, я не знаю. Все еще осталось? Ну да, посмотрим сейчас. Да, да, все, теперь, друзья мои, ноль. Ну ладно. Решили показать вам все-таки в итоге, что выиграли. Значит, вот такая колонка с... А может, он тогда тоже этот провод был, просто... Я не смогла ее проверить, поэтому не было провода. Но она падает с таким грохотом. Да. Вот он... Ну, снова как будто не включается. А, вот кнопка. Ну и что, она не заряжена, что ли? Я просто не понимаю, для чего это, куда это засовывать, то есть... Это вот новая приколдеса из разряда попыта. Она не открывается. Во. Это называется Дэвид Джонс. Фон воняет. Значит, такая вот текстурная штука. А, вот так ты ее. Вот такая вот. Прикольно. А можно вот так, наверное, еще. Ну, типа. Так же можно? Кто тебе запретит? О, так тоже прикольно. Но меня бесит каждый раз настраивать ее. И слайм? А что? А подожди, слайм? Ну, это легкий пластилин, скорее всего. Фу. Воняет, зай. Не, он не пахнет, кстати. Да? Да, фу. Давай, хочешь открывать, открывай. Или сначала хочешь эту штучку поделать? Пахнет. Сейчас у Насти все руки будут в этом. Класс. Ну, прикольно. Нет, мне вот так больше понравилось. Ой, она жирненькая. Угу. Ну, это странная штука. Это знаешь... Нет, пахнет. Это похоже, знаешь, на что? Когда вот есть такие куртки, жилетки с такими вот клепками, типа. Вот похоже на вот эту. Шляпа очередная. Ну это... Ребята не особо видят, покажи поближе. Это легкий пластилин. Исключительно и все. Спать хочу. Ребят, спать хочу, пипец. У меня сейчас такое настроение плохо. В общем. А шарики еще? И шарики. Не знаю, как это. На 500 рублей, значит, на выиграли какой-то шляпы. Ну, это типа, по идее, нужно все перемешать. Ну да. Сейчас все это полетит в разные стороны. Открой немного. Фу. О, он сухой. А должен быть какой? Не такой. Зай, может, мы это просто спрячем куда-нибудь? Сейчас будет по всей студии. А ты с этим уже ничего не сделаешь, на выбор. Почему? Ну, потому что их не разъединить. То есть они... Ну, дай попробую замешать. Просто фигани. Почему? Ну, вон, смотри, получается потихонечку. Фигани сейчас и полностью шарики. Да чем? Надо сначала вот так вот поделать. Это же пенопластовые шарики, вот. Вот так поделать сначала надо. Ну, они вот должны быть мягкие. Ну, они мягкие. Вот надо нет, просто их разобрать сначала. Изначально должны быть. Может, надо воду их брать? Что это орбиза, типа? Нет. Да что ты придумываешь? Вот они нормально раслепляются. Это такой, типа, челлендж. Разлепи. Должны быть никакие. Сейчас вспоминается одна песня. Ладно, не важно. Ну, в общем... Все, мне нет. Я буду спать. Друзья, вот такое у нас сегодня было долгое видео, кстати. Подписывайтесь на канал.
ставьте лайки. Если еще есть каналы, везде стоят лайки. С вами был Чуточник Гамош, с вами была Рисуня. У меня апатия и депрессия, друзья. Это ужасно. Почему? Всем плохая хрень, да? Айскрим. Я про апатию и депрессию. А, это да. Ice Cream Rainbow. Grow up. Вот стакан клевый, мне нравится. Стакан достал. Можно играть в магазин. По-моему, нормально у тебя все получилось. Нет. Ты просто это не чувствуешь. Не хочу это трогать. Но выглядит норм. Оно должно... Ребята не видят. Оно должно перемешаться. Но из-за того, что оно сухое, оно не перемешивается. Не вымешивается. Ну, зато с вами прикольного цвета получилось. Спасибо. Щупальца Дэвид Джонса, блин. Нет, это прикольная фигня. Это, а знаешь, это на парте можно в школе сидеть играть. Знаешь, училка такая что-то пишет на доске. А вы такой. Опа. Она такая, что такое? Мы такие, ничего, так что такое, ничего такое. Вот игрушки. Не знаю, у меня в школе вместо пупырки были вот такие, знаешь, шарики пенопласт на резинке, типа мы кидались в стекло. О, вот. Все, короче, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.